А чё у тебя глаза красные? Ты чё, наркоман? Нет. У меня сегодня украли мобильный телефон. Кто? Карманник? Не знаю. Мам, надо пойти в милицию и написать заявление. Ментам доверять нельзя. Крысы чаще всего на них работают. А что тогда делать? Не переживай, сынуля. Сейчас все порешаем. Ты что, забыл, кто у тебя мамка? Ты? Мамка у тебя десюндель отмотала, Виталий. Так что сейчас нам будут помогать мамины кореша итальянцы. Алло, Колян Нелли. Слушай, ты сегодня случайно не отжимал трубу у такого мальца глазастенького? Ясно, ясно. Сейчас. Алло. Здоров, шприцолли. Слушай, через тебя сегодня случайно не проходил черный яблофон китайский? Жаль. Я знаю, куда они все эти телефоны несут. Алло, ломбард Дженни, дайте Игоря. Игорюндель, здорово. Слушай, а ты можешь ко мне сегодня зайти? Твой? Вот, твой. Ты, ну да, точно твой. Нет, у меня смартфон был. Ищи. Это твой? Это папин. Хорошо, сыночка. Бери папин, а завтра дядя Игорь тебе твой вернет. А иначе у него экран треснет и придется все перепрошивать.